Поклонники популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой начали переживать за нее. Многие считают, что знаменитость на самом деле исчезла из социальных сетей из-за того, что узнала, что ее соперница Анастасия Костенко беременна. На протяжении нескольких дней Ольга Бузова не появлялась в сети. Поклонники певицы уверены, что это связано с трагедией, произошедшей в городе Кемерово. Но недоброжелатели убеждены, что этому есть совсем другая причина. Недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко официально признали, что скоро станут счастливыми родителями. Большинство поклонников сети уверено, что именно это и стало причиной резкого исчезновения исполнительницы. Стоит отметить, что Ольга довольно сложно переживала измену своего мужа, а после и развод с ним, ведь футболист бросил ее ради модели Анастасии Костенко. На данный момент преданные поклонники Ольги беспокоятся, что у нее может начаться продолжительная депрессия, когда она узнает, что соперница находится в интересном положении. В комментариях на странице Костенко пользователи сети начали предугадывать, как Бузова отреагирует на сообщение о том, что у бывшего супруга с новой возлюбленной скоро появится ребенок.